Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с 1 сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк. Погнали! Вот он, красавчик, огромный пикап. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру One State RP Mobile, который идет на любые телефоны, хоть айфоны, хоть андроиды, и она абсолютно бесплатная. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, этот автомобиль, если не ошибаюсь, это походу Ford Raptor, потому что тут, ну, настоящего названия автомобиля не пишется. Тут есть какой-то значок непонятный и всякое такое. Но на парковке вот вообще можно посмотреть, как он называется. Fuji Dino, скорее всего, это и есть Raptor, потому что Raptor это типа динозавр, а Fuji Dino это и есть Ford Raptor. Так что, дорогие друзья, знакомлю вас, это мой новый Ford Raptor, который я только что приобрел, собственно говоря, ну как, путем выбивания из кейса. То есть он мне выпал из в кейсе, и я его таким образом получил. И давайте прокатимся, вообще посмотрим, что он вообще из себя представляет, потому что я на нем вообще еще не садился, не катался, и это будет сейчас первый обзор, первый тест-драйв, и как по мне, очень массивная. У меня, кстати, ни разу на One State не было никакой вот такой вот огромной тачки, большой. То есть, в принципе, интересно, интересным конусом может... Ой-ой-ой, да, сбивает конус, он реально прям монстр, огромный автомобиль. Ну-ка, давайте тогда прокатимся, проверим его скорость, что он вообще может выдавать. Да, кстати, он уже сразу на легком старте выдает сотку, то есть мы уже летим 150 км в час, и сейчас будем влетать куда-то в здание, я это делать не хочу. Ну-ка, пробуем сильнее его разгонять. 170, 180. Ну-ка, 200 мы добрем вот до сюда. Ну-ка, нет, максимальная скорость его 180. Вот это я понимаю. Нет, на самом деле, для такого автомобиля, огромного Ford Raptor, это довольно-таки клево. Я не знаю, сколько он стоит в автосалоне, но... собственно говоря, надо будет даже посмотреть, заехать. Мне вот прям интересно, на какую сумму вообще мне выпал автомобиль. Теперь давайте мы с вами зайдем на премиальный автосалон вот сюда вот и глянем, что у нас тут. Давайте теперь сюда. Окей, премиальный автосалон заглянем, посмотрим вообще, какая у него стоимость, и уже от этого будем танцевать, потому что мне прям очень сильно интересно. Я вот сколько давно кейсы вот выбивал, но вот последние раза два вот мне вообще ничего не падало, а тут бац и пикап. Вот мне прям интересно, вот сколько такой будет стоить. Кстати, тут я смотрю, изменения что ли появились, тут появилась дорога такая, не такой острый обрыв или... Да, тут что-то они поменяли, какой-то въезд прикольный стал. Ну-ка, давайте тогда глянем сейчас Ford Raptor, заглушим. Сейчас, собственно говоря, закрыть, потому что я не хочу, чтобы в него сейчас кто-то садился. А то такие вот люди бывают. Бац, сейчас я зайду, а уже кто-то сидит у меня на водительском сидении. Такое я не люблю. Так, давайте проверим, что он вообще стоит. 2 ляма? Ё-моё! Вот это я понимаю, мне автомобиль-то добротный попался. То есть 2 ляма стоит этот Ford. Окей, круто, максимально круто. Так, теперь я хочу поехать посмотреть вообще, что я могу с ним сделать. Ну, точнее, что прокачать, что в нем я могу изменить. Давайте сейчас глянем. Вот такая вот, кстати, меню загрузки. Довольно-таки, вот мне прям каждая картинка из этих нравится. Особенно, где Porsche желтая. И вот это из, ну, из одних из последних обновлений, когда добрали Street Racing в игру. Окей, давайте тогда глянем. Сейчас она догрузится. И я, собственно говоря, продолжу это делать. Ну уже, что такое? Что-то давно такой не было долгой загрузки. Окей, погнали. Берем, собственно говоря, сейчас садимся вот сюда вот в автомобиль и поедем в какой-нибудь салон прокачки, потому что мне нужно прокачать этот Raptor. Ну хотя бы взглянуть, что я там могу прокачать. Так, кто-то там сигналит, это как обычно, все это знакомо. Но нас это, в принципе, не интересует. Нас интересует лишь только то, что где у нас тут находится тюнинг-салон, сам ближайший, кстати, совсем неподалеку. Окей, теперь мы с вами берем и
отправляемся вот сюда. За ним, в этот автосалончик. Так, отличненько. Вот это да, он через синие препятствия очень так легко проходит. А давайте тогда проезжаем чуть-чуть дальше. Тут очень, что-то много игроков, все на тачках, ё-моё. Аж это на самом деле весело. Так, вот он, наш тюнинг-салон. Он у нас находится за поворотом. Давайте тогда мы в него сейчас сходим. А точнее, зайдем. Точнее, заедем. Куда мы зайдем? Мы же в автомобиле, по-любому, как это без него. Окей, ладненько. Опа, Лансер 9 красивый. Так, кто-то стреляет в меня. Ё-моё. Он берет и стреляет там с пекашей. Вот это я понимаю. Так, давайте посмотрим, что тут по внешнему тюнингу есть. Хотя, я хочу тут. Давайте пройдемся, посмотрим. О, вот он, да, это Раптор. Это действительно настоящий Раптор. Ой, какую же тачку крутую из него можно сделать. То есть, во-первых, я могу прокачать вот эту вот турбину, да, ему поставить, подтвердить. И все, что ли, я больше ничего не могу поставить. А у меня же есть детальки. То есть, ну, прокачать я их не могу, сделать лучше тоже, да. У меня не хватает деталей топ... Хотя вот детали топ-класса, но они все стоят на тачках, да, я так понимаю. Все это у меня стоит. Так, еще, кстати, два тюнинг-кейса. Давайте проверим, может сейчас что-нибудь повезет. А, двигатель, опа, повезло. И вот тут в бесплатном тюнинг-кейсе, ну-ка, что? Опа, турбина, отличненько. На металлолом, кстати, я могу сдать это почему-то. Но почему я не могу это поставить сейчас сюда? Ладно, почему-то я не могу поставить турбину на новый Ford. Ладненько. Почему-то нам это недоступно. Окей, ладно, то есть я бы, конечно же, в первую очередь взял бы и поставил вот этот бы бампер. Как же он мощно смотрится, он прям идеально подходит. А по заднему бамперу что тут? То есть да, ой-ой-ой, какую же массивную тачку из него можно сделать. Вот представьте, как он будет мощно смотреться вот в этом стиле. Это просто сногсшибательно. Но пока что, как видите, закрыто, не могу я ничего это прокачать. Это нужно, опять же, прокачивать детали автомобиля и всякое такое. Также на капоте можно ветродувость добавить. Спойлер, опа, можно закрыть просто весь прицеп, вот этот вот весь пикап, и вот так вот мощно смотреть. Ну не, как по мне, лучше без спойлера, когда вот так и открыто, это более брутально. Так, также тут еще юбочка есть, ой-ой-ой, вот это вот массивно-массивно, вот прям реально такой огроменный автомобиль получится, вот просто сногсшибательный. Диски тут и сток пойдет, то есть тут действительно, давайте оставим сток. Вот цвет кузова хочу поставить синий, вот это вот, да, то, что я хочу. И, в принципе, все, тут даже тонировка не нужна ему, давайте купим все это, вот то, что я захотел, да. Ура, цвет нам поменяли, поздравляем. Не, ну вот это на самом деле смотрится действительно круто, то есть, когда ты на этой тачке катался совсем чуть-чуть, и ты вот сейчас перекрасишь ее в синий цвет, вот мне идеально хочется взглянуть, что из нее там получилось. Как по мне, там что-то максимально топовое и интересное. Так, ну-ка, вот он, ребята. Ну, это Ford, вот прям действительно максимально классная тачка. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете One State RP Mobile? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой, собственно говоря, телефон. И нет разницы, что у тебя Android, смартфон, планшет или iPhone или iPad. Разницы нет. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру One State себе на телефон. И ты обязательно кайфанешь, потому что она абсолютно бесплатная, в ней нет никакой-либо рекламы, и ты можешь начать играть прямо сейчас без каких-либо проблем. То есть это действительно очень крутая игра, она круче, чем Симулятор Автомобиля 2, потому что она только в онлайне. То есть тут нет одиночного режима, ты только с реальными людьми, и это очень круто. Огромный город, как Лос-Анджелес, такой улицы, как из криминальных районов, так и богатого гетто. То есть тут действительно есть чем заняться и есть где покататься. Ну а также, чтобы сразу же получить крутой бонус, смотрите, ребят, что нужно сделать. Когда вы зашли в игру, вот вы в менюшке вот так стоите, смотрите, вот мы сейчас в менюшечке, да, и вот вы нажимаете на вот эту желтую билетик, вот это как трамвайный билетик, нажимаете на него, и вот тут в появившемся окне вам нужно написать личи. Вот так вот пишите личи, вот, и получить, и все, и получаете изи бонус. У меня уже это недоступно, поэтому, ребята, кодовое слово в этом ролике, пускай будет новый пикап. Все, кто напишет слово новый пикап, попадет в мой новый видос. Ну а с вами был Личи, и всем до скорых встреч!